Ты принес мою книжку с набросками? Да, но не в самом лучшем виде. Клянусь наковальней. Что за вонь? Как это понимать, парень? Тебе лучше не знать об этом, поверь мне. В таком виде она сгодится? Дай посмотреть. Какая жалость. Большинство набросков испорчено. Но я могу обучить тебя вот этому. Давай приступим. Чего зря тянуть? Поздравляю! Мое почтение! Господин! Поздравляю! Приветствую! Ты спас нашего барона. Мы тебе очень благодарны. А где вы храните старый мусор? В дозорной башне, той, у которой остроконечная крыша. Господин! Поздравляю! Смотрите, кто пожаловал. Ты принес прудовку? Свежая прудовка! Налетай! Дай глянуть. Да, это она! Раненым станет легче. Тогда скорее к ним. Огромное спасибо! Вот, я переписала для тебя рецепт. Это традиционный целебный отвар моей матушки. Салют! Глядись-ка, этот парень, видать, знает свое дело. Господин! Господин!
приветствую! А, ты вернулся? Удалось найти что-нибудь полезное и продвинуться в поисках храма? Я нашел старую карту, на которой указано точное местоположение храма на Белоглазой горе. Но на ней нет никаких подсказок насчет того, как добраться до храма. Ну, может быть, я даже сумею тебе помочь. Несколько недель назад ко мне заглянули двое магов, которые тоже хотели попасть в это же самое место. Кто были эти маги? Увы, я запамятовал, как их звали, но они направлялись туда с миссией от братства. Ты лучше в ту ушу спроси, кто они такие. Тогда мне пора отправляться в ту ушу. Да, я так и подумал, что ты отправишься туда. Потому-то я и приказал Гилтору придержать этот свиток, зная, что во время землетрясения путь в ту ушу был завален камнепадом. На этом свитке заклинание, которое сможет сдвинуть камни. Я хотел использовать этот свиток, чтобы расчистить дорогу в ту ушу, но сейчас я, пожалуй, отдам его тебе.
Незнакомец, послушай-ка меня. Чего там еще? Я отвечаю за безопасность этого места. Перед тем, как кто-то здесь чем-то тебе поможет, ты должен будешь убедить меня в том, что сам готов что-то сделать на благо Черноводья. Таковы правила. И кто придумал эти правила? Я! Ну ладно, и чего ты от меня хочешь? В последнее время нам здесь изрядно досаждают жабоящеры. Разори их гнезда и принеси мне их яйца в качестве доказательства того, что ты это сделал. Найдешь меня в болотной лилии. Это самая крупная постройка во всем поселении. И где найти гнезда этих жабоящеров? К северо-востоку от Тушу. Точно есть полдюжины их гнезд. Там и ищи. Что вообще происходит в Черноводье? Болтать будем потом. Сейчас у тебя есть работа. Новый рекрут? Опять? Ну и чего тебе здесь надо? Я ищу двух магов, которые на Медне заглядывали в архивы замка Сильверлейк и что-то там исследовали. Такими делами занимается великий магистр Мердарион. Тогда мне нужно поговорить об этом с магистром лично. Великий магистр Мердарион сейчас занят. И без моего разрешения никто не смеет его беспокоить. Тогда я хочу получить твое разрешение на то, чтобы поговорить с магистром. Ха! Не ты первый, дружок. Для начала сделай что-нибудь полезное и отправляйся в подвальное хранилище. Это место находится прямо у входа, там, где корни выходят на поверхность. Заставь Вултуса пообещать прекратить читать боевые заклинания внутри дерева. Тогда посмотрим. Скажи ему, что если он еще устроит там какой-нибудь бабах, я его утоплю в болоте. И тогда ты позволишь мне поговорить с Мердарионом? Возможно. Ничего не трогай! Не беспокойся. Я не настолько глуп, чтобы трогать инструменты мага. Умничка! Дай-ка я угадаю. Это тебя ведьма прислала? Меня прислала Гелана. Я должен проинформировать тебя, что после очередного взрыва тебя вышвырнут на болото. Не о чем беспокоиться. Эксперимент завершен. Что? Моя миссия завершена? И не будет драки? И ничего такого? Отлично, тогда я отправлюсь на встречу с магистром Мердарионом. С Мердарионом? Это вряд ли. Гелана тебе не позволит. Она так и дальше будет посылать тебя с поручениями, только и всего. Почему я не удивлен? Я могу помочь тебе стать членом братства Тушу. У тебя будет доступ к отличному снаряжению и многому другому. Но взамен я потребую с тебя плату. Тебя интересует мое предложение? Чего тебе надо? Соломенная шляпа. У меня ее сперли орки. Она мне нужна. Очень нужна. Шляпа? Соломенная шляпа? Ты что, издеваешься? А ты чего ожидал? Спасение принцессы? Ну ладно, не хочешь денег, найду другого лакея. Какая вежливость и обходительность. Я тебе нужен. Ведьма-то нипочем не пропустит тебя к Мердариону. Я помогу тебе и достану твою шляпу. Где мне ее искать? В развалинах. Там ошиваются орки-изгои. Ступай через мост на юг, а потом иди на юго-восток. Там путь освещен факелами. Не пропустишь. А почему соломенная шляпа для тебя так важна? Сам увидишь.
Ну и что тебе сказала эта жаба? Вултус больше тебя не побеспокоит. Меня? Ну, впрочем, ладно. Он больше не шумит, как раньше, уже хорошо. Значит, ты теперь позволишь мне поговорить с Мердарионом? Нет. С великими магистрами могут говорить только члены братства Туушу. Ты просто использовала меня. Нет, в моей власти принять тебя в наш круг. Но не раньше, чем ты докажешь, что от тебя нам может быть толк. Чего ты от меня хочешь? Кто-то в болоте проводил эксперименты над когтихватами. Один когтихват сбежал, и на нем был магический ошейник, что может скомпрометировать его владельца. Понятно. И мне нужно будет убить этого когтихвата и уничтожить ошейник? Не совсем. Судьба зверушки меня не волнует. А вот ошейник тебе нужно будет принести мне. Я награжу тебя за твои старания. Я достану тебе твой ошейник. Просто скажи, где мне искать этого когтихвата. Если верить моему ученику, зверь должен прятаться в известняковой пещере, что находится в западной части болота, к северу от пещер гоблинов. Скорее всего, там могут обитать и другие твари, но ты наверняка с ними справишься. А если нет? Ну, Тушу точно переживет твою потерю. Оно? Что ты можешь мне предложить?